Из нее дрессировщик не получится. Беги, беги за собой, тащи его туда. Ну беги, беги туда. Беги, он пойдет за тобой. Он к тебе идет. Ну какой тут? Тут Володя, тут свои. Опрокинулся. Забуксовал. Как будто нагадил. Давай, беги с ним, все. Все, пошел, 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 быстрее. Ты его тяни за собой, тяни, тяни. Маша, тяни с собой. Вот он пошел. Кто кого на прогулку выделал, непонятно. Видя, она бежит, я как бы не упала. Бегает она еще ничего. Вот она идет. Каждый день просит собачку, чтобы погулять. Дядь Володя, несколько хочешь на тарзанках покататься. Можно? Качаться? Да. Семь минут-то, не забывайте. А, да. Хорошо. Ну там должно быть старшим. Кто-то старше должен быть. Буска это посложнее, это не белая пушистая, а более спокойная. Пушистая более спокойная? Да, а буска она нервная. Придется ей голову держать. Она будет там кричать. Ой-ой-ой. Ну что теперь? Нервная. Потерпим. Характер у нее, темперамент. Яркий. Вот посмотрите, тут что? Надо в комнате. Ее сюда выносить не надо, она вырвется. А, ну хорошо. Надень рукавицу. Смотри, тут где перекись. Посмотреть надо, нет еще там у нее застрявшего. Так, я сейчас зайду, и когда дам голос, тогда пойдете. Но мне его кричать? Непонятно. Да нет пока, наверное. Так, вы перчатки можете такие одевать. Вам которые... дали перчатку? Да нет, я думаю, что... Так, подожди маленько. Ну. Вот она какая. Давайте сюда. Заводи. Заходи. Закрывайте. Надо на ножки посмотреть. На крючок. Так, на крючок? Так, да. Теперь смотрите. Вон, вверху, вверху, вверху. Давай, не, нет. Вот этот? Да. По-моему, задняя ножка. Все, заходите, разводите. Задняя, правая, левая. Ну-ка, давай. Ну, да, вон она, черная какая. Не в вашем доме. Ой, на, берите за обе ноги туда, клади ее. За вот эти ноги? Тут бери, не задави, за голову держи. А я ноги переперю не на ту сторону. Так, иди сюда. Посмотрите. Сейчас я посмотрю. Смотри, не вырвало, чтобы. Ноги держи, не переломай. Где твои ноги? Ну-ка. Вон с той стороны, стой. Вижу. Вот, а вот это, еще тут, вон, черная. Сейчас. Она бурчит. Ну-ну. Так, она, похоже, такое чувство, что она где-то накололась. Это болячка у нее. Это болячка. Ну, сейчас, подожди, сейчас, держи голову, чтобы не укусила. Она не дается. Ага, это у нее болячка. Сейчас мы знаете, что сделаем? Так, мы сейчас... Тихо. Подожди. Буска. Подожди, сейчас мы ее здесь помажем. Есть это, Игнатий Тихонович, но. Я предлагаю вам эту... Подожди, перекись обработать. Здесь перекись не поможет. Здесь у нее болячка должна размокнуть. Чтобы вот эта болячка была мокрая, потом мы ее снимем, потом перекись обработаем. Перекись она ничего не сделает. Сейчас что делать, чтобы отпустить? Сейчас я ее помажу, и если можно было бы бинтом, вот прям... Она сразу сорвет. Сразу сорвет? Никаких бинтов. Значит, мы сейчас здесь ее просто обмазываем. Сейчас мы здесь просто обмазываем и все. Давай, тихо. Буска, хорошая, маленькая. Подожди, моя маленькая, буска. Подожди. Сейчас мы сделаем буска. Так, ну подожди. Подожди, моя маленькая, сейчас тебе хорошо вот сделаю. Вот оно как. Подожди. Подожди, моя солнышко.
Подожди. Вот. Все. Больно. Больно, я понимаю, больно. У нее болячка. Она где-то там маленькая. Все. Там ничего не нащупывается? Болячка у нее. Вот она болячка. Там прям видно. Не стекло еще не воткнулось? Ничего не воткнулось. Ничего не видно. Что-то инфекция какая-то просто рано попала. Промазывает там. Сейчас. Вытащу. Внимательно посмотри. Сейчас вытащу. Сейчас, может, подождите. Заноза какая. Ну. Подожди. Это как палка. Еще там хорошенько палка, проверь. Палка. Прощупай. Может быть, заноска там где какая. Сейчас. Только достали туда что-то? Да, палку достала. Ну, подожди. Все, моя маленькая, все. Сейчас, посмотрим. Все. Буска. Вот это чернота-то что означает? Сейчас я ее уберу. Чернота, земля там или болит это? Вот это у нее уже болячка. Все, моя маленькая, сейчас тебе еще помажу один раз и все. А завтра утром позовете меня, я посмотрю, если что вытащить надо будет, если что-то там есть. Она сейчас должна у нее все. Так, держи, сейчас я отпускаю. Все с Богом. Так, отпускай. Вот она хорошая. Хорошая моя кошечка. Все. Буска. Это моя хорошая Буска. Все. Буска моя хорошая. Все, слава Богу. Так, подожди. Пусть. Да. Ну. Да. Вот на свету. Никто не тронет тебя. Да замечательная кошечка такая. Ну. Все. Вот слава она Богу. Пошла. Спряталась. Ну и все на этом. Все. Утром позовете, я посмотрю. Ну, что посмотрим, она будет она у меня здесь. Да. А то уйдет на охоту и не найдешь. Так, прикройте дверь. Она как какую-то палочку вытащила у нее. Я палочку, кстати, ее надо. А я выкинул там уже. А, выкинул, да. Все, выкинул. Ничего больше нет. Буска, выходи оттуда, все.